Спортсменки, комсомолки и просто красавицы вышли на старт традиционных городских соревнований по плаванию среди девушек в преддверии 8 марта. Организацию состязания юноши взяли на себя. Виктория Боркина занимается плаванием около 6 лет. Привели родители, чему школьница очень рада. От тренировок получаю очень большое удовольствие, так то, что могу оставить свои, привести мысли свои в порядок, не волноваться. Занимается Вика у Евгения Чувашлева. В этом году значимых соревнований впереди много. Праздничный старт в очередной раз позволил проверить свои силы и подготовиться к предстоящим региональным состязаниям, которые пройдут уже в апреле. Для меня он важен, чтобы отработать разряд, тренера порадовать, чтобы сама я порадовалась, ну и грамоту получить, место занять хотя бы какое-то. Соревновались девушки по четырем программам – 50 метров вольным стилем, баттерфляем, на спине и брасом. Победителей выбирали в 5 возрастных категориях. Старшая возрастная группа – это 2008 год рождения и старше. Затем идут средние возрастные группы – 9-10 года рождения девочки. Следующие – 11-12 год рождения. Следующие у нас девочки 13-14 года рождения. И самые маленькие у нас малыши девочки плывут 15 года рождения и младше. И от лица нашей организации – это спортивная школа ИКАР и, в частности, плавательный бассейн «Вельтин». Мы вас всех поздравляем с праздником, Международным днем 8 марта. Желаем вам всем крепкого здоровья, весеннего праздничного настроения, хороших результатов спортсменам на воде и всего самого наилучшего. С праздником! Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.